Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right. Радостный день для сердца твоего. Мы верим, что сегодня Эллен пред нами имеет свою половину, которая как венец для мужа, и мы верим, что это будет так. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltz in like somebody. Обещаешь ли ты пред лицом Господа быть любящим ее верным мужем? Обещаю. Слава Господу! Обещаешь ли ты быть верной женой, покорной своему мужу, любящей женой до тех пор, пока не разлучит вас Господь? Обещаю. Слава Господу! Брачный союз заключен, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, и весь народ да скажет аминь. Ночь смотрит в глаза песни любви, дышит луна, и к сердцу ночи с ветром летят эти стихи. Никому я не отдам эти глаза, ни за что я не предам эти слова. Никому тебя я не отдам, никогда тебя я не покину, ни за что тебя я не предам. Никогда не станем мы чужими, милая моя. Нет, нет ничего, что бы могло нам помешать. И в этой любви слезы души никому. Поприветствуйте друг друга супружеским целованием
как муж и жена. Слава Господу! Я не предам эти слова. Никому тебя я не отдам. Никогда тебя я не покину. Ни за что тебя я не предам. Никогда не станем мы чужими. Mine is very simple. Financial stability, любовь, и, как говорится, первая любовь, а потом много-много детей. Никому я не отдам эти глаза. Ни за что я не предам эти слова. Никому тебя я не отдам. Никогда тебя я не покину. Ни за что тебя я не предам. Никогда не станем мы чужими. Никому тебя я не отдам. Аллен, как ты вот увидел Таню? Вот скажи, что тебе больше всего в ней впечатлило? Вот скажи честно. Ну, конечно же, сначала она у меня очень красивая. Ну, потом начали так разговаривать больше, и потом увидел, что она очень боится Бога. И это меня затронуло. Бог вверху треугольника, Таня с одной стороны, Эллен с другой. И когда они будут стремиться вверх к Богу, они будут друг другу приближаться, друг к другу. Эллен всегда приходил в наш дом, всегда приносил 2 букета цветов. И он для меня не то, что я практический совет могу дать, а он мне уже дал практический совет, как поступать. За огнем нужно следить, за его нужно поддерживать. То же самое и с любовью.